Здравствуйте, друзья! Представляю вашему вниманию очередной обзор по мотивам публикации на сайте modcam.ru и посвященный миниатюрному ZigBee-пульту управления на 8 кнопок LED-TV. В отличие от большинства других устройств, про которые рассказывает автор, это вполне себе фабричное устройство, не самоделка. А для приведения его в тонус необходима только лишь перепрошивка. Сразу предупреждаю, непосредственно самого процесса перепрошивки в этом обзоре не будет, так как она мне не понадобилась. Ну а все остальное смотрите дальше. В ноябре 2020 года на Modcam появилась статья «Пульт ZigBee LED-TV» о найденном на просторах Taobao устройстве, которое после установки адаптированной прошивки превращалось в удобный инструмент для управления умным домом. Для себя я взял на заметку данное устройство, но, честно говоря, мне было просто лень возиться как с покупкой на Tao, так и с перепрошивкой. Ничего, в общем-то, сложного в этом нет, вот просто как-то душа не лежала завязываться на это дело. Но ситуация изменилась, когда на локальной площадке объявлений в Украине OLX обнаружились такие пульты, уже перепрошитые и готовые к работе, причем по цене чуть больше $7. Не взять такой хотя бы на посмотреть было бы неправильно. Ссылка на объявление, по которому куплен герой обзора, в описании под видео. К сожалению, где можно купить такой пульт в других странах, я не подскажу. Перейдем к осмотру устройства. За исключением четырехточечной круглой белой кнопки, все остальное сделано из черного пластика. На кнопках уже имеются символы, судя по которым и по названию самого устройства, можно предположить, что он предназначен для управления телевизором или TV-приставкой. Несмотря на очень компактные размеры, пульт может похвастаться аж 8 кнопками, 3 в нижней части и 5 в верхней, из которых 4 под белым кольцом и ОК посередине. А уж количество действий, которых на них можно навесить, но об этом чуть дальше. В нижней части между краями черных кнопок спрятался светодиод активности. Подтверждая нажатие на кнопки, он мерцает зеленым, а при переводе в режим сопряжения красным. Еще раз о размерах, в масштабе рядом с стандартным спичечным коробком. Носить с собой в кармане такой пульт – самое оно. На задней стороне крышка батарейного отсека, открывать которую нужно при помощи, например, монеты. От разряда при пересылке батарейку защищает пленка. Тут есть еще какие-то пазы, возможно, существует еще какой-то держатель для этого пульта. Для питания используется 3-вольтовая литиевая батарейка-таблетка типа размера CR2032. Кстати, одна из самых распространенных для ZigBee устройств. Для разборки нужно сначала снять белое кольцо, поддев его чем-то тонким. Оно держится на защелках, под ней находятся два винта, которые скрепляют корпус. После этого можно разложить пульт на составляющие: две половинки корпуса, плата управления, резиновая накладка на кнопки, кольцо, крышка с батарейкой и два винта. Фронтальная часть платы с мембранными кнопками. Здесь все прикрыто пленкой, кстати, сюда выведены контакты, необходимые для перепрошивки. Вот они крупным планом. Тут уже есть следы от припоя, так как пульт уже был перепрошит продавцом. Кстати, по его словам, пульт можно подключить и так, прямо из коробки, но с ограниченным функционалом. Подробнее о процессе прошивки смотрите в статье на Modcam, ссылка в описании. Задняя часть платы. Тут виден модуль, на котором работает устройство. Это чип CC2530, тоже весьма распространенный. На сегодняшний день пульт официально поддерживается в интеграции ZigBee to MQTT. Нет необходимости в подключении внешних конвертеров. Для включения режима сопряжения на пульте нужно нажать кнопку, на которой нарисована стрелочка, секунд на 10, пока светодиод не моргнет красным. После этого устройство нормально залетает в систему. Определяется корректно, с правильной картинкой, как конечное устройство. Кроме трех базовых сущностей Action, в которую прилетают все события с кнопок, уровня батарейки и качества сигнала, тут под каждую из кнопок выведены еще по две сущности Switch Type и Switch Action. По моему мнению, совершенно лишних. Все, что нужно, прилетает в общий экшен. Слева направо смотрим историю изменений в MQTT. Имя события состоит из номера кнопки и типа нажатия. Одно, двух, трех, четырехкратное. Холд удержания и релиз события после удержания. А если количество кликов 5 и больше, то many и количество нажатий, хоть 10, хоть 20. Home Assistant тянутся все два десятка сущностей, включая те, что по каждой кнопке, хотя по сути достаточно и трех. С другой стороны, они никому не мешают и абонплату за них носить не надо. Второй вариант, и в данном случае он будет поинтереснее, это интеграция через SLS-шлюз. Процесс подключения такой же, на шлюзе включаем Join и держим на пульте клавишу со стрелкой, ждем прохождения процесса интервью и сопряжения. После этого пульт появляется в общем списке устройств.
Естественно, тут, как и для всех других устройств с модкам, все полностью и корректно поддерживается вплоть до картинки. Здесь с сущностями все аккуратнее. Есть базовый экшен для событий, уровень заряда и сигнала, напряжение на батарейке, а также еще один интересный параметр – длительность, duration. Чуть дальше скажу, для чего он. Типы нажатий такие же, как Zigbee to MQTT, имя кнопки и количество, которое, вплоть до четверного, имеет отдельное название. А от 5 и выше просто много и количество нажатий на кнопку. Правда, лично меня больше, чем на 20 не хватило, не представляю, как это можно использовать. Теперь подобрались к duration, длительность. Это время, сколько кнопка находилась в состоянии hold. Параметр генерируется после отпускания клавиши одновременно с событием release. То есть тут можно различать удержание по его длительности. Соответственно, и в Home Assistant тут выглядит все намного компактнее, чем в Zigbee to MQTT. Всего 5 сущностей, включая длительность. Кстати, значение длительности удержания, которое прилетает в сенсор, держится несколько секунд, после чего очищается. И состояние по умолчанию сенсора Duration пустое. Для проведения теста я написал простенький сценарий по нажатию на 8-ю клавишу. Это кнопка ОК в центре круга, который включает на 5 минут прикроватный светильник в режим синего освещения на полной яркости. Смысл тестирования заключался в том, чтобы уйти из дома вместе с пультом, убрав его из сети на длительное время, а потом вернуться и попробовать что-то включить. По факту я его просто оставил в своем почтовом ящике, который находится на много этажей ниже, почти на сутки. Еще проверил дальнобойность, но тут врать не буду, внешнюю бронированную дверь он не пробивает. Зато внутри, если не с первого, то со второго, максимум третьего нажатия, он даже после длительного отсутствия лампу включал. Таким образом, можно подумать о использовании такого пульта, например, для управления системой сигнализации, построенной на базе умного дома. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости и обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!